Итак, приветствую, дамы и господа. И в этом видео вы увидите, как за 5 минут в домашних условиях, имея всего лишь один шуруповерт и одну насадочку с губкой и пару полиролей, одна полиролька вообще старая, магазинная, в общем-то, и не годится даже для этого. А вторая полиролька чуть-чуть осталась, почти высохла. Ну, сейчас я показываю магазинную, а вторая 3M-овская, ну, специально для пластика. Вот, я маленько размешал с водичкой и сейчас покажу. Вот эта вот фара левая, да? Ну, в данном случае давайте будем говорить про правую. Вот я ее полирую шуруповертом. Ну, минут, максимум минут 10 я поработал шуруповертом, так как просто боялся его спалить на низких оборотах. И то все равно результат вы сейчас увидите. Вот смотрите, она вся пошорканная, поцарапанная и вообще она пожелтевшая. А другая фара, она ей уже год. Она, ну, была когда-то новой, но ей уже год. А эта фара оригинальная, но она пожелтевшая. Вот эта вот фара, которая более свежая. Вот. А вот эта вот фара, которую я отполировал. Смотрите, ребята. Эффект, друзья, просто, конечно, очень-очень заметный. И теперь, когда смотришь на автомобиль, теперь уже эта фара вообще в глаза не бросается. До этого вы видели, она была вся мутная, пожелтевший пластик. Вот. Каких-то буквально 15 минут, и намного эффективность освещения дороги стала в разы лучше. Так что, ребята, кто хочет улучшить освещение, просто покупайте 3M-овскую пасту, вот, и полируйте круг губчатый, и можете спокойно на своем автомобиле отполировать. Но главное, не перегрейте пластик, ребята, а то иначе можете проплавить, а там уже придется работать наждачкой.